Всем-всем наидобрейшего денечка. Я вам показывала, фитолампы прикупила. Слушайте, правда, вот то, что у меня большой недостаток света, просто на самом деле нет в доме солнечного подоконника на первом этаже. С одной стороны закрывает веранда, с другой стороны, то есть там всегда полутень такая. И вот я поставила фитолампу и прямо на глазах увидела результат. То есть, во-первых, и всходить стало быстрее, и расти стало лучше. И, то есть, не такие тоненькие, хиленькие, как у меня были. Прямо я вот этой теме прям не нарадуюсь. А есть солнечные подоконники на втором этаже, но это вот следить, наблюдать довольно-таки проблематично, бегать туда-сюда с первого этажа на второй. Мне это неудобно. Ну и тут же я на... Раз так начало вести-то, насмотрелась в интернете-то, фитостеллажи есть. Выбрала себе один фитостеллаж, заказала. Так же, как и окно должно прийти после 20-го. Вот он такой большой, на 4 полки, отзывы такие хорошие. Думаю, ох, я разгуляюсь. А мне здесь задерживали зарплату. То есть это ненадолго, там буквально 2-3 дня. Ну, вот. И вчера разговариваем с шефом. Он говорит, слушай, говорит, а давай я, говорит, тебе это... У меня зарплата 2 раза в месяц. Говорит, давай я, говорит, тебе сразу же, говорит, эту вторую часть за этот месяц выплачу, все, единой суммой. И все уже, говорит, это будем в расчете. Я говорю, как удобно. Как удобно. Мне все равно. И он взял и выплатил. А еще мне премия пришла 2100 рублей. Да, премия большая, гигантская, глобальная. Ну и что вы думаете? А, еще я не знала, куда стеллаж этот поставить. Нашла место, даже 2 места нашла. Но раз я 2 места нашла, нужно заказать 2-й стеллаж. И я заказала 2-й стеллаж. Мне же зарплату вперед дали. Это как не промотать-то сразу же? Ну, заказала сетевые фильтры сразу же. К 1-му стеллажу заказала сетевые фильтры. И ко 2-му. Это что это? А, это Клёпов. Это Клёпа Соболя доводит. В общем, 2-й стеллаж должен прийти после 24-го. Один после 20-го, другой после 24-го. Клёпушка! Клёпа Соболь! Не реагируй, Соболёк, на неё. Вот ведь Клёпка за Клёпка. В общем, 2 фитостеллажа у меня будет. Радости полные штаны. Прям дождаться не могу. А то здесь обеденный стол на кухне, он уже практически весь занят. Вот обеденный стол и подоконник занят моими чеплашками всякими разными. Уже тут место, где есть, не остается. А больше вот так вот место-то поставить особо и негде. Теперь у меня будет 2 фитостеллажа. Буквально скоро. Так, сегодня какой у нас? 17-е, то есть прямо вообще красота, страшная сила. Но если, ну, я ими ни разу не пользовалась, поэтому вы не думайте, что это как реклама. Это я вам просто про фитолампы вот поняла результат для меня именно, для моей тени. Но, а кто пользовался фитостеллажами или фитолампами, тоже расскажите, пожалуйста, как у вас это помогло вам, не помогло. Конечно, когда солнечные подоконники, то они абсолютно не нужны. Мы когда еще с родителями жили в 2-комнатной квартире 100 лет назад, папа выращивал рассаду на подоконниках, но у нас все были окна южные. То есть в этом смысле у нас было прям замечательно. Да, вот потом уже, когда на другую квартиру переехали, там было восток-запад окна. Ну вот папа на одной стороне вот выращивал, наверное, на восточной, наверное, то есть где вот в первой половине дня солнце. То есть тоже. А на второй не выращивал, потому что как бы там было полутень такая постоянно. Вот. То есть, а вот здесь вот, к сожалению, нет. Ну, еще также у меня веранда ждет меня. То есть, окно тоже после 20-го придет. Буду пытаться сама установить. Одно окно пока заказала, вот это мягкое. Если у меня получится все установить, то буду уже заказывать там дальше. Ну, зависеть будет по деньгам как. Потому что все почему-то стоит недешево. А мне хочется все и сразу же. И фитостеллажи, и окна, и посадки, и собаки, и все на свете. И другие увлечения, развлечения. Но так, к сожалению, не получается все сразу же. Да, Доня? Ну, в общем, кто пользовался,
Расскажите, пожалуйста, то есть помогло вам или нет, хотя бы кратенько, то есть это. Мне вот именно с лампами пока я вижу улучшение. То есть без них. Ой, ты, господи, да иди ты сюда. Ну иди, прыгает, царапает меня и тут же отбегает хвостом. Маша, ты играться, что ли, хочешь? Доня разбесилась. Спокойная наша девчонка. Идем, а там ее клепка еще кусает. Клепка ее за клепка кусает. Да. Я тебя тоже люблю. Бешеная зайка. Бешеная зайка такая игривая. Все пришли. Да. Всех вас люблю. В общем, вот такие у меня новости. А всем хороших посадок, отличной рассады и всего самого-самого лучшего.